Всем привет! Вы на канале «Жизнь на колесах на вахте». Сегодня на календаре 8 января, значит, я тут уже 8 дней нахожусь именно на работе. Уже все, возим работяг, все, вахтовиков. Значит, вот у меня такой завтрак. Тут завтрак и обед, народ. Значит, батон, паштет шпротный и два яблока и банан. Но это с новогоднего стола осталось. Так, ну вот как, ну а дома ужином все как полагается. Вот чисто вот здесь вот так червячка заморить, чтобы не склеить ласты. Значит, лампочку фарную я заменил, народ. Вот что с ней стало, я вам сейчас покажу. Вот что стало с фарной лампочкой. Короче, та цокольная не подошла. Она, оказывается, старого образца, там светоотражатель уже все, уже другой, туда она просто не вошла. И вот что находилось в этих в салонах. В этих. Как их называют? Блять, в плафонах. Здесь, короче, вообще не было лампочек. Но не было просто видно, потому что они были грязные. Я их сейчас протер. Все, сейчас они все чисто. Все, видать. Здесь лампочек вообще не было. А вот здесь вот находились только цоколи. Два цоколя. Без этих, без стекляшек, короче. Они торчали, но все. Вот что это там было. Сейчас все они работают. Эта сторона тоже работает. То есть я диодную ленту здесь отодрал. Здесь отодрал. Все почистил, все протер. Крепление к заднему сиденью я сделал. Нашел у Сереги там дужку, которую он бросает. Я говорю: Серег, тебе нужны вот эти два крепления? Он говорит: забирай. То есть сейчас все, у меня все сиденья фиксируются. А, вот здесь вот одного нету. Вот на этом сиденье. Ну, это, ну, оно вообще. Я то сиденье снимаю заднее и использую его как доску для нарезки. Ну, и также вот как столик вот такой вот у меня. Ну, а так-то вроде шестое, седьмое, все там. А, ну, было здесь одно. Короче, народ, я попал в ДТП, народ. ДТП. Такое смешное ДТП. Но это в гараже я задом сдавал. И не заметил газели, я в нее уперся. Ну так, прислонился, прикоснулся. У меня здесь, кстати, вот ведро мусорное. Ну, здесь это, после этого нет бумаги, а вот чисто вот такой вот, вот мусор. Сейчас вот банка освободится из-под шпрот, я ее туда. А так, как накопится, я потом выбрасываю. Че, прислонился я газели и у него фару давил. И там лопнули кронштейны, короче. Вот и все ДТП. А он, ну, то есть, я встал как? Напротив пазика, он передом стоит, и я напротив него поравнялся. И задом сдавал, и вот так вот. И, короче, там газель. Я ее видел, когда въезжал, но пока я путевку, врача походил, я думал, он уже уехал. Ну, я прыг машину, задом сдаю. Скорость не было, так потихоньку, и уперся в него. Ладно, там фара, и все. Без всякого ДТП, без всего этого обошлись. Все на месте порешали. Ну, можно, конечно, эту фару снять, там помучиться, заклеить, поебану, помудохаться, но нет, короче, фара. Вот. Фара. Потом, что у меня еще? Сломался зарядник приемнику. Зарядник приемнику сломался, он в пакете. И я сейчас без регистратора, то есть я от регистратора взял вот этот зарядку, сейчас он, ну, то есть, но он усиливает, вот эту колонку усиливает. То есть я тут сижу, смотрю тут сериалы, фильмы. Через телефон-то не слыхать. Хреново. Слышно, но хреново. А он как усилитель у меня действует. И все нормально. Кстати, у меня вот тут холодильник. Вот тут. Вот здесь у меня холодильник. Вот в этом пакете у меня продукты. Продукты. Потому что задняя площадка довольно так холодно. Да там спереди, спереди там нормально, тепло. А здесь довольно холодно. Так что лежат, тут ничего не портится у меня. Ну так тут мелочевка. Сухпаёк я дербаню потихоньку, по чуть-чуть. Кстати, он здорово выручает. Так, что еще? Вчера мне подогнали куртку, но я ее постирал. А, тут один рабочий, он уехал домой на месяц. Мы что-то с ним разговаривались, он нас забирает. То есть у меня сейчас есть еще куртка. А ему как приедут, дадут новую. Потому что у него там уже срок как бы подошел, ему обменяют, новую дадут. Так, и что еще? Так-то вроде все нормально. Сегодня прохлада на 8 число. Что-то минус 11, минус 12, что-то такое.
Сейчас, значит, все их с обеда привез. С обеда привез. И все, сейчас жду. Они заканчивают там во сколько. Отвожу их в городок, и все, я свободен. Буду что-то дома кушать, готовить. У меня денег нету. Мне не на что продукты покупать. Только есть на сигареты, и все. А так-то нет. Мишка говорит, я дам. Ну, то есть у меня и у Сереги денег нет, как таковых. Ну, а Мишка же сам сюда как хозяин приехал, то есть на своем автобусе, все. Ну, еще завтра 9-е, там 10-е, и после 11-го снова будет суточный. Ну, площадка, видите, автобусов нет никого, все ну, на обеде, все народ на обеде. Так что как-то так вот, блин, газель, конечно, приятная, но, блин, ну что, ну не хотел я народ, я не видел его, ну, честно слово. Не, когда заезжал, я видел, он стоит. Я думал, он уже уехал, а он там еще стоит. Уперся я ему, вдавил туда фару бампером. Вот, если была бы скорость, там, естественно, было бы, ну, больше бы ущерб. Там бы и капот, и бампер, и решетка, возможно, но не, ну уперся прям чисто вот фару. А он стоит еще без габаритов, то есть, ну, так что так вот, народ, значит, 8 дней, все, я также живой, а, побрился, кстати, побрился, и раздражение прошло, побрился я, вот сижу с котлом, у нас одну третью машину убрали туда, к штабу, она там ездит, штаб, городок, ну, такой у него маршрут, то есть, сейчас мы теперь тут с Михаилом двое. Но Мишка всегда занят, что-то бегает, что-то крутит туда-сюда, мне крутить тут нечем. Кстати, начальник сделал, я задние ходовые огни, сейчас все работает. Задние ходовые огни сделал. А, от фишки, от стандартной, где она включается, то есть так и не работает. Питание есть, все, есть клавиши работы, все, я проверил, питание на нее есть. А, этот ряд нет. То есть вот про этот провод я, который тебе звонил, спрашивал, он так и есть, там уже сделали, то есть, а разбираться я там сам черт ногу сломит в этой проводке. Так, ну что еще? А, и в заднем стопе с левой стороны я еду, левый-то я вижу стоп, что он горит, а задний, а не подождите, правый я вижу, что он горит, его прям жмешь, и он прям горит. Ну, ярко, то есть все, и на дороге, видать, и все. А левый не горит. Я говорю, парень, посмотрите, работает, не работает. Он говорит, все у тебя работает. Я думаю, дай-ка это сниму, может, там лампочка маленькая. Там, оказывается, народ, диодная лампочка стоит, и половину там лампочек перегорела. И, соответственно, нет, его не видно. Сзади-то видно, он там непонятно, как работал, как горел. Короче, это, поставил я туда обычную большую лампочку, то есть, ну, с большой лампочкой. Сейчас покажу, какая там диодная лампочка стояла, народ. Ну, чтобы вы не думали, что я тут ни хрена ничего не делаю, что здесь вообще хорошо, что я приеду сказочно богатым. Ни хрена это не так. Ни хрена это не так. Так, блин. Сейчас, вот эту, короче, пленку мне отодрали. Сели, там потянули. Она, короче, отвалилась. Ну, я ее там переделаю, я там натяну веревку. Веревку я там натяну. И будет как, ну, как в душе, короче. Там дырки сделаю, ну, а то они так и будут ее отдирать. Так, значит, вот такая там была диодная лампочка. Сейчас я покажу, если я ее не выкинул. А, нет, не выкинул. Вот такая вот лампочка была на стопе. Сейчас поставил туда, какая должна быть штатная. Вот такую вот поставил. А я думал вначале, что там такая стоит лампочка. И не работает. Ну, она работает, но ее не видать, но ни черта. Сейчас все там у меня сзади. Все горит. Там у меня теперь пушка. Пленку я завтра займусь, потому что я ушел сегодня. Забыл. Веревку на бельевую. Я у нас там на балконе нашел, но не нужно. Приготовил, ушел, забыл. Так, и еще, народ, что я тут нашел? И ты, начальник, ты что мне хотел поставить? Вот что вот в этом пакетике находится? Я тут порядок наводил. И вы, народ, напишите в комментариях, что такое-то может быть вот в этом пакетике. А? Напишите мне, народ.
И еще начальник, для чего вот это вот мне? Объясни. Вот это что это такое? Лак, зачем он тебе? Для ногтей. Что тут? Сахар, соль, порошок. Что может быть? Напишите в комментариях. Ну а так что, все нормально, планов ноль. Планы есть, но, блин, не получается тут, не получается. Хотели так, не получается. У них это, ну, не дают, не дают. Не сам начальник, он начальник только за, но не дают, не получается. Так что, ну что, будем и этому рады. Главное дело, готовно экономить на продуктах, то есть на питании. Вот здесь очень хорошо. Шматья, шматья, в принципе, ничего и покупать-то и не надо. Ну, только штаники тугие купить. Ну, то есть такая зима будет, то и в этих можно пролазить. Но под машину, конечно, нет, надо что-то теплее. Вот. Ну, что еще, народ? Не знаю, что еще сказать. А, с прошедшим Рождеством, кстати. Говорил, не говорил, но вначале. Так что все, сейчас все. Ну, кроме задних печек, народ. Я тут не знаю, тут... Шланги он, наверное, там все заглушил, там, я не знаю, туда не полезу, то есть все. Более-менее уже разобрался, где у меня все, что лежит. Как-то так вот. А, теперь у меня две каски, то есть здесь одна была в начале, при выезде из города, и вот он мне еще одну каску подогнал. Вот. Вот видите, каска. И там каска на капоте. То есть у меня теперь две каски. А зачем мне две каски, когда у меня одна голова? Пускай будет про запас. Так, эти вымпела я развесил, короче. На скрепах я их повесил. Пускай. Так что вот, народ, давайте всем спасибо за просмотр. Комментируйте, лайкайте. Я не знаю, почему у меня интернет кончается. Кто там написал мне? Андрей Кулибин. Вот эта отправка, я так понял, мы просто тут втроем сидели, голову ломали. Вот я выкладываю это все туда отправляется, и, видимо, деньги снимаются, как за СМС, ММС, я не знаю как. Кто знает, ну, напишите. А так у меня интернет действительно безлимитный. Я в Нижнем Новгороде подключил за 450 рублей. А когда здесь эта херня у меня началась, я сюда приехал, а не, по телефону. Я подключу другой пакет. За 650 теперь у меня безлимитный интернет. Посмотрим, посмотрим. Но длинные ролики делать не буду. Так, что еще? Ну все, народ. Все, давайте. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, лайкайте, подписывайтесь. Всем пока. Берегите себя. Будь добро.